Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Благо цивилизации нам не нужны. Вячеслав Горецкий сегодня обнаружил разбитую вандалами автобусную остановку. Где? Узнаем прямо сейчас. Рубрика «Мелочи жизни». Автобусная остановка в Черемушках переживает не лучшие времена. Дело в том, что в эти выходные здесь разбили сразу два стекла. И осколки до сих пор валяются на асфальте. Вообще вариантов нет. Стекло плотное очень. Кто бы его мог сломать? Стоит отметить, что подобные остановки, судя по всему, не для нашего города. Потому что, как показывает практика, долго такие конструкции, к сожалению, не живут. Хотя на деньги, которые управление городского хозяйства потратит на восстановление стекол в остановке, было бы гораздо лучше сделать какие-то более приятные коммунальные мелочи. И если с остановкой все более-менее ясно, то вот с данным дорожным знаком много вопросов. Во-первых, кто сумел так его погнуть? Присмотритесь внимательно, именно верхняя часть знака загнута. Такое ощущение, что по ней кто-то ударил, ну, либо ветром загнуло. Сам столб стоит довольно-таки плотно, но дополнительные секции, вернее, даже не дополнительные, а знак главной дороги и поворотом находится на хлипкой металлическом уголке. И приезжий водитель, заезжая со стороны Лысьвы в непогоду, может не заметить самые главные знаки, а это уже чревато дорожным происшествием. И поэтому лучше все-таки следовать ГОСТам и укрепить знаки на нормальной трубе, а не на металлической хлипкой мелочи. Ну и напоследок, главная городская клумба, и именно так можно назвать сие творение, ушла на зимний сезон. Буквально на днях здесь убрали все растения. Все растения. Напомню, нынче здесь красовалась красивая надпись, посвященная 70-летию Победы, а совсем недавно здесь было поздравление с 350-летием города Кунгура. Как бы то ни было, работы выполнены вовремя, ведь со дня на день начнется похолодание и заморозки. А значит, мелочь это своевременная.